Сьогодні той самий день, коли продемонстрували перший магнітофон, який записував на магнітну плівку. І ми вирішили дізнатися, що зараз, які є зараз можливості сучасного звукозапису. З цього приводу ми записували Антона Ліфарєва, звукорежисера. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Ти займаєшся зараз звукозаписом, так? Чому? Нет, я больше занимаюсь именно сведением звукорежиссуры. То есть записываю я крайне редко, у меня нет подходящих условий для этого. Так, добре, тоді для мене, як людина, яка зовсім розбирається, та ідея, для кого там ще поясни, що це саме таке. То есть я, по сути, являюсь фрилансером. Ко мне в интернете обращаются люди, присылают свою какую-то демозапись с тем, что они на какой-либо студии в любой точке мира записали. Я это слушаю, оцениваю, и если нас все устраивает, мне нравится материал, человеку нравятся мои предыдущие работы, то мы начинаем работать. Я скачиваю архив со всем этим, немножко магии. І я даю результат готовий. Ну, Антон, ти трішки лукавий. Там не трішки магії, там інколи буває дуже багато, тому що ну, я бачив, як він працює, і навіть записувався колись, і то було дуже, я вам скажу, не дуже. Ну, з моєї сторони. Ну, наскільки я це правильно розумію, тобі просто присилають дуже сильно сирий спів, наприклад. Не завжди. Тобто, бувають люди, які вміють петь, і вони доволі-таки хорошо поють. Но бывают люди, которые не умеют петь. А что наичастейше? Процентов 60 на 40. То есть 60% людей не умеют петь особо, то есть они ошибаются. Но дуже хочут. Так. А остальные 40 уже умеют, либо они, в принципе, не поют в песнях. Вот и как бы все просто. Це як я співати люблю, але не вмію. Ой, нормально ти співаєш, тобі гітару дай. Ні, якщо з Антоном, він мені там трохи підшаманить. Можливо. Таке питання, скільки йде часу на один трек, якщо це, ну давай два варіанти будемо розглянемо. Якщо людина вміє співати, ну така стандартний трек 3 хвилини, так? І якщо людина не вміє співати, і там взагалі ну, жах. В целом разница, именно разница в том, умеет человек петь или нет, во времени сведения отражается ну, в полчаса-час максимум. То есть разница между сырым материалом и готовым, если человек умеет или не умеет петь, всего лишь полчаса-час. Но сам процесс сведения занимает от 2-3-4 часов до 82-3 дней. Ну, разница только в том, что болять потом в ухо, чи не болять? Болеть начинают уже непосредственно при прослушивании демозаписи. Но я этим уже занимаюсь сколько, 8-9 лет, и я привык уже. Меня абсолютно для такой работы потрібно мати музичную освіту, чи просто музичный слух? Чи взагалі з часом просто це можна виробити? Ну, я не имею никакого музыкального образования, я не ходил в музыкальную школу, сольфеджи не учил, но, тем не менее, в течение этих лет, ну, года за 4-5 я уже начал понимать, что это такое. То есть, единственное, что помогает со старту, это врожденное чувство ритма. Его очень сложно развить, это не музыкальный слух, но вот, обладая им, уже становится как бы проще. А все остальное путем проб и ошибок поправляешь, корректируешь, и твой слух настраивается на правильные ноты. Ну, у нас є сьогодні можливість послухати, як то кажуть, до і після, що робить Антон. Тож, ну, перший приклад, і будемо розбирати. Слухаємо і оцінюємо. Ми з тобою не просто. Це, я так розумію, до. Какие эмоции в тебе, когда ты так чувствуешь? На самом деле, я в начале, я, да, было достаточно весело это наблюдать, слушать, но слушая это демо, я уже в голове представляю, как это будет у меня звучать, как это можно сделать и насколько быстро. То есть я оцениваю не... Голос — это инструмент.
То есть в любом случае ты... Які можна налаштувати. Так, да, даже программным способом, после того, как человек уже что-то исполнил. Я оцениваю целую концепцию, то есть если вот инструмент точно по нотам, как надо, и в сумме с музыкой, если это звучит хорошо, мне это нравится, я это делаю гораздо быстрее. Давайте будем по-честному, людина старалась, это чудно по запису. Так, да? Почуємо, що вийшов... автотюн наше все, будемо слухати, як вийшло вже після того, як підшаманив Антон. Це запис. Ну, одразу чутно, що різниця є на початку вже. Ого! Тут навіть не ого, тут ого-го-го-го. Помнишь, сколько часов ты заняла самый цей? Именно этот, наверное, с часов 3 дня до 8 вечера я сделал, скинул Ване готовый результат. Мы послушали, в скайпе собрались, еще часик-два поговорили вообще, в принципе, о жизни. Это входит до... Ну, некоторые заказчики со мной очень давно и долго, и они как бы перерастают в приятелей, в друзей, с которыми я вижусь, встречаюсь иногда, если есть возможность, так как все разбросаны по миру, иногда приезжаю, встречаюсь. И, то есть человек, если мне импонирует сам он как человек и то, что он делает, я пытаюсь как-то его облагоразумить, чтобы он старался все больше и больше. Это как бы от треку к треку слышно, что как он слушает мои советы, что он делал неправильно, ошибки учитывает. І це все постепенно превращається в більш якісний матеріал. Ну і тобі працювати, звісно, легше становиться, тому що ну, людина вже розуміє, як що потрібно робити. Тут ми почули, що небо та земля взагалі. Ще є один у нас приклад. Готуйте вушка, тому що спочатку слухаємо, як завжди, те, що було до. Ты в Инстаграме меня его слышал уже. Я ведь раньше думал, что любовь есть. Вот это как мы с тобой зранку успеваем, знаешь, такие прям. Ну, на самом деле, мне кажется, это не так и погано. Да. То есть это. Ну, это схоже на 80% музыки, яка зараз існує. На тренды похоже. Так. То есть музыки гораздо больше. Добре. Ми почули, як звучить сирий матеріал. Зараз будемо слухати, як вже після обробки воно буде. Раньше думал, что любовь есть лен, а потом ты появилась. Я что, зов, да, на самом деле, ну, Александр умеет. То есть я максимум на полтона его поправляю и поправляю второстепенные дорожки к основной. То есть там бывает немного ритмически отстает, бывает немного тонально. Все. Слухай, а ти так, от на слух можеш сказати, де якийсь трек там підганяли спів, де не підганяли? От, наприклад, серед наших поп-зірок, скажімо всі так. Всі тюняться. Всі. Абсолютно всі поправляються. Це окрема ієрархія в звукорежисурі. Є окремі люди, які іменно професіонально займаються монтажом і тюнінгом вокала. Тобто вони поють ізначально вже хорошо, але все одно весь вокал редактується, ще він підганяється прям, ну, до міліметра, до ідеального. Це практично не слышно. І... Только когда вот куча голосов начинает играть, можно сразу уверенно сказать, он тюнился 100% или нет. Когда играет один голос, опять-таки зависит от мастерства того, кто это делал, но в целом, на моем опыте, на том, чем я знаю, практически все поголовно редактируются вокалы. Ты почекаешь, что зебров теж? Студийная запись – это не живое исполнение. Он в живом может исполнять, даже в живом можно использовать тонирующую коррекцию и... Эти приборы стоят, ну, $150, и все, ты прям поешь, и людям слышно прям... Ну, Кейта, это доступно. Давай скинемось, будем успевать с тобой. Ну,
Опять-таки, некоторые не используют это. Это больше для нового жанра, для рэп, попа, хаоса какого-то, когда в клубах танцуют и поют люди. У нас є ще третій варіант, і наскільки я знаю, там є це підказав. Так, підказав, що у нас залишається дуже небагато часу. Третій варіант, я більш впевнений, що там все так добре. Тому, кажуть, що швидко встигнемо. Буквально 10 секунд першого та другого треку, слухаємо. Просто наскільки я розумію, там... Поздно говорить о своих чувствах, поздно говорить, и даже в этот ливень я хотел тебя... Ну, добре, давайте наступний. Сільські співи. На самом деле, очень талантливый. Це дуже класно. Це зараз також, до речі, тренд. Я це частіше бачу та чую таке. І другий трек. Знаєш, як американці так? Ей! І даже в этот ливень я хотел тебя увидеть, но ты не вышла, не звонила. Друзі, якщо ви не вмієте співати, але дуже хочеться, все це можна зробити. Ви сьогодні почули, що навіть взагалі, ну давайте так, якщо трішки є у вас всередині бажання, ритм, все можна зробити. Я вам нагадую, на сьогодні був у студії Антон Ліфарєв, звукорежисер.